Привет. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Александр Мыч. Я ученик Таллинской мастерской гимназии. Как ты считаешь, в современном мире какие основные проблемы у молодежи? То, что в наше время, чтобы чего-то добиться, нужно выделиться. В наше время это очень тяжело сделать. Ну и второе, то, что со временем будет еще меньше и меньше рабочих мест, следовательно, безработица у подростков может увеличиться. Спасибо. И как ты считаешь, волонтерство – это необходимый практический опыт для молодежи? Или это пустая трата времени? Нет, это не пустая трата времени, опыт есть опыт, и это необходимо в наше время. Хоть тебе и не будут за это платить, но это поможет. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Дмитрий. Что ж, хочется задать вам пару вопросов. Первый вопрос – это касаемо того, что, как вы считаете, с какой проблемой может столкнуться молодежное общество в будущем? Мне кажется, что молодежное общество в будущем может столкнуться с такой проблемой, что детям сейчас не хватает физической активности. Они не ходят ни на какие дополнительные кружки, где они могли бы свою физическую активность выразить. Из-за этого появятся проблемы в будущем у детей. Ну, говоря одним словом, им не хватает физической активности. Да. Хорошо. И второй вопрос касаемо также молодого общества. Необходимо ли молодому поколению волонтерская деятельность или это пустая трата времени? Мне кажется, волонтерская деятельность даст молодому поколению дисциплину, чтобы она все-таки выполняла работу и понимала все-таки задачу волонтерства в принципе, для чего оно нужно. Я с вами полностью согласен. Спасибо. Я Литвинова Амалия, учусь в Таллинской мастерской гимназии. Анна Марченко, Таллинская мастерская гимназия. Как ты думаешь, какие основные проблемы сейчас у молодежи? Мало доверия друг к другу и эгоизм. Я, наверное, думаю, что это их будущее, так как сейчас многая часть молодежи не знает, кем она хочет быть, и они не знают, что для этого делать нужно уже сейчас. И как ты думаешь, волонтерство – это практический опыт или это пустая трата времени? Это хороший опыт, он учит общаться с людьми, доверять людям, и это базовый набор качеств для будущей работы. Да, я тоже согласна, что это хороший опыт, это новые навыки, это общение с людьми, и также потом это пригодится при поступлении в разные университеты. Все, спасибо.